Дорогие друзья, если вы ищете трактор, но у вас нету там 120-150 тысяч гривен на полноценный трактор, но вы не хотите себе мотоблок, не хотите себе корча ременного, да, но у вас нету там, допустим, чтобы там взять Синтай там, или там ДВшку, или там, ну, любые другие из тракторов подороже, но вам надо, чтобы он был надежный, чтобы он мог работать полноценно как трактор, а не мучиться с одноточкой и постоянно чинить коробку, то вот этот вариант именно для вас. Почему? Потому что здесь, несмотря на то, что он габаритностью и некоторыми параметрами схож с мототрактором, схож, обратите внимание, здесь вот именно вот такая коробка, которая по типу шифинговской, которая не будет подводить, сыпаться, потому что даже визуально видите, что она вот рукой даже не могу обхватить, то есть, соответственно, тут больше диаметр 6, не сами они мощнее, и это все будет жить гораздо дольше. И кто понимает, кто знает, кто разбирается, понимает вот этот вот самоустройство, механизм кулиса, вот это, и пониженное, повышенное отдельно, как в шифенге. То есть тут уже ничего нет общего с мотоблочной коробкой. Плюс еще дополнительный ВОМ есть. Вот он зашитый. Вот. С минусов, конечно, то, что все-таки идет еще один цилиндр и ременной привод. Вот. Но это уже совсем другой трактор, потому что основная боль мототракторов была всегда вот в трансмиссии, потому что там вечно что-то разваливалось, отваливалось, сыпалось коробкой, все эти вещи. Вот, что сейчас с такой коробкой уже вопросов, проблем не будет. Плюс еще дополнительные опции, что он вот такой, резина широкая, как в Garden Scout, можно регулировать везде колею. Очень похоже, кстати, на Scout, даже вот по окраску, на старый Scout. Вот, но это Forte 181. И его самый основной плюс, что он дешевый. Он может быть вам выйти с комплекта с фрезой дешевле, в принципе, плюс-минус, чем там 200 шифинг. Да? Повторюсь, есть 181, есть 201, есть много в наличии разных моделей вот подобных тракторов. И также есть, друзья, естественно, полноприводные 3 цилиндра, 4 цилиндра, японцы, бэушные, МТЗ. В общем, есть все, друзья, по сельхозтехнике. Так что подписывайтесь на канал. Это хороший, реально бюджетный вариант, который не будет разламываться и ломаться, да? И обратите на него внимание, если вам что-то такое нужно дешевое, но чтобы оно как бы работало, уже могло на перспективу на каких-то больших объемах. Он как раз для этого рассчитан. Друзья, все, со всеми прощаюсь. Спасибо большое, большое, что смотрели это видео. С вас вот такой вот лайк обязательно. И пока-пока. Ссылки, где купить данную технику, есть в описании под видео. Да, друг? Не бойся. Жрать.